Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Прямая угроза требует решительных действий в ответ. Я знаю, ты понимаешь. Всем привет, с вами Вандалей, и мы возвращаемся в мир страйкбольных магазинов к оружию и фиолетовой кока-колы. И по доброй традиции, прежде чем нестись вперед, давайте вернемся к предыдущим миссиям Мордвы Варфы и поговорим об интересностях, которые я еще не обозревал. Это тем более надо сделать с учетом того, что сегодняшний выпуск завершает серию пасхальных обзоров по Modern Warfare 2. Но сперва позвольте вам кое-что посоветовать. Raid Shadow Legends. Это такая абсолютно бесплатная мобильная игрушка, которую за последние 6 месяцев скачали уже более 10 миллионов игроков. Так что и вас она очень даже может зацепить. Почему? Да потому что это RPG с потрясающей сюжетной историей и бомбезной 3D-графикой. Серьезно, тут картинка как будто с ПК. Эпичные битвы эпичны, да здравствует тактический геймплей, а ваши чемпионы, коих, кстати, уже более 400, радуют глаз шикарной детализацией. Лично я игрушку заценил за этого гарного орка, и мне зашло. Но, конечно, вы не должны верить мне на слово, поэтому посмотрите на отзывы в сторе, которых уже более 300 тысяч. А еще зацените план обновлений на ближайшие полгода. С таким обширным контентом у вас совершенно не будет времени скучать. Так что переходите в описание под видео, скачав рейд по моей ссылке, ты получишь 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачных тебе каточек в Raid Shadow Legends. А мы возвращаемся к теме выпуска. Итак, в обзоре миссии «Охота» я упоминал, что в трейлере игры имеются кадры, где водитель нашего авто белокожий, а после он стал черным. Так вот, такая же метаморфоза происходит с персонажем, имеющим позывной Мид. Сперва он темнокожий и использует внешность того самого убитого водителя. А после поимки помощника Рохаса внезапно меняет принадлежность к расе. После начальной катсцены помощник Рохаса спаунится вот в этой арке. И так получилось, что нас и место спауна нашей цели отделяют исключительно окна. А поэтому спидранеры проходят эту миссию только так. Сразу после катсцены стреляют в это место, ближе к раме. Таким образом мы сразу попадаем по ногам помощника Рохаса. Разбирая миссию ни слова по-русски, мы с вами обратили внимание на вот эту надпись. Это продукт что-то там бесконечность. И подписчик Сергей Козырев смог разгадать секрет данной текстурины. Разборчивое слово бесконечности, а также то, что два этих слова пишутся с большой буквы, говорит о том, что разработчики перевели название своей компании Infinity Ward на русский. Разумеется, коряво. Скорее всего, тут написано о пике бесконечности. Подтверждается это и тем, что в первой МВ название компании разработчиков уже переводилось на арабский и точно так же наносилось на текстуры. Уровень по собственному желанию происходит, как известно, в Вашингтоне. Но несмотря на это, здесь имеется электрощиток с надписью на русском. После того, как мы прикрыли точку эвакуации и надо садиться в вертолет, попробуйте вернуться обратно, прорываясь через вражеское сопротивление. Если у вас получится, то вернувшись на снайперскую позицию, вы обнаружите, что Барретт больше нельзя использовать. А монумент Вашингтона теперь выполняет роль строения из какой-нибудь стратежки, в котором можно нанимать юнитов, чтобы те спаунились у постройки. В миссии «Исход» после прохождения моста делаем выстрел из РПГ, куда-нибудь перед собой, прямо желательно. Тогда снаряд автоматически устремится в союзный вертолет, который как раз сбивают в этот момент. То есть скрипт забавно подхватывает наш снаряд в воздухе и отправляет его вслед за снарядом вражеским. Также забавно, что здесь мы можем передвигать вражескую турель, и она все еще будет палить по морпехам, хоть мы и взяли ее под свой контроль. Справедливости ради, провернуть это можно только на самом легком уровне сложности. В противном случае турель вас просто прибьет, пока вы к ней приблизитесь. Пулемет-фонарь из миссии Виски Хоутел. Находится он на крыше Белого дома. Если мы начнем стрелять из него, то пулеметом постепенно завладеет дух графона. В этом месте можно выйти за локацию. Для этого нужно избавиться от стекла в двери. Здесь, кстати, два вида стекла. Первое только изображает его и не разбивается от выстрелов. А второе, собственно, стекло. Разбиваем его так, чтобы не осталось ни одного кусочка. И теперь спокойно проползаем за пределы игровой зоны. В миссии отдыхать надо было вчера. На вертолетной площадке, куда мы выходим в конце уровня, можно устанавливать мины на поверхность далеко внизу. Игрок бросает мины под ноги, а те вонзаются в поверхность.
Как только мы вошли в ГУЛАГ, ложимся вот в этом месте и обнаруживаем лазейку. Здесь можно провалиться вниз и тем самым застопорить игру. Подписчик Роман Чан заметил, что в миссии «Досадная случайность» в подводке имеются две клавиатуры, одна поверх другой, что выглядит довольно забавно. Дорабатывать наполнение подводки не стали, так как решили вообще не задействовать это помещение в игре. Если очень быстро пробежать уровень «Враг моего врага», то Прайс свяжется с Макаровым, когда мы уже будем в автомобиле. В таком случае Прайс одновременно будет общаться с Макаровым и произносить фразы, которые он выкрикивает в этой сцене. А теперь переходим к миссии «Финал». В оригинале «Эндгейм», что можно перевести как «Финальная партия». Начинается уровень в подводной пещере. Слева какие-то торпеды без коллизии. В руках мини-узи и РПД, если мы запустили уровень из меню. И это странно, ибо на предыдущем уровне у нас были другие пушки. А впереди Шепард на лодке, которого надо непременно догнать. Это настолько необходимо, что в случае нашей гибели лодка может сама помчаться за Шепардом, оставив Прайса на берегу. Кстати, лодка наша кажется дырявая, так как пропускает воду. Но герои так спешат, что не замечают этого. И, пожалуй, самое важное, что надо сказать, это то, что Шепарда нельзя убить. Он просто декорация. Проверяется это довольно просто. Догоняем Шепарда при помощи нового клипа и стреляем в него. Результат нулевой. Бойцы теневой компании также бессмертны. Но они хотя бы действительно живые бойцы и реагируют на попадание. Под лодкой по воздуху плывет револьвер Шепарда. А Соуп умеет ходить по воде, что, знаете, тоже достижение. Итак, убить Шепарда нельзя. А знаете, что можно? Обогнать его лодку. И более того, если мы это сделаем, то в игре что-то сломается. И капитана Прайса захватит дух Графона. Да-да, он будет выглядеть как после портирования в Майнкрафт. Вы посмотрите на этого беднягу. И даже прям видно, как Графон раздирает его душу на полигоны. Опасайся открытых пространств! Но почему, капитан Прайс? Мне панамку сдует! На одном из берегов можно найти нацистский грузовик из Call of Duty 2, который все фанаты считают за пасхалку. Но на самом деле это всего лишь недоработка. Дело в том, что данные немецкие грузовики используются как моделька по умолчанию. Еще в билдах первой МВ ее ставили как заглушку в те места, где после будут находиться Уралы. А в случае с данной миссией поменять грузовик на тот, который должен здесь быть на самом деле, просто забыли. Но так как долгое время у нас не было доступа к билдам первой МВ, то и про использование модельки нацистского грузовика мы не знали, а потому все свято верили, что имеем дело с пасхалкой. Вот такая забавная ситуация. Если посматривать по сторонам, то кроме грузовика можно заметить неиспользуемое орудие. На его коробе с патронами имеется отсылка к Infinity Ward. В этом месте имеется лодка, сквозь которую можно пройти. А рядом с грузовиком еще одна. В конце концов, Шепард заезжает в вертолет, но Прайс подбивает вертушку, и все мы устремляемся вниз. Также в этой сцене мы можем забуксовать на нашей лодке. В таком случае мы не упадем вниз. Прайс все так же подстрелит вертолет, но игра сообщит, что Шепарда мы все равно упустили. И начинается вторая часть миссии, технически другой уровень. Мы приходим в себя и видим раненых шепардцев, которых можно убить, а можно дать им умереть самим. В любом случае, дальше мы ковыляем за Шепардом, который также прикидывается изувеченным, только таблички для сбора милостыни не хватает. Но как только он получает квартиру по инвалидности, как только Соуп подходит вплотную, злобный генерал перестает прикидываться. Бля, я маслину поймал! Здесь интересно подлететь к сбитой вертушке раньше времени при помощи ноуклипа и увидеть, что один из бойцов теперь висит в воздухе. А Шепард находится в положении лежа и ждет скрипта. Можно подойти к Шепарду сзади, это уже без всяких щитов, и спокойно атаковать его ножом, пуская гаду кровь. Вот только этот самый гад бессмертен в данной сцене. А если не атаковать Шепарда, тот начнет нас подначивать. Знаешь, как говорят, хочешь отомстить? Копай сразу две могилы. Давай, доверши начатое. Это уже ничего не изменит. Я знал, что ты не сможешь. Ты хороший боец, но ты никогда не мог сделать последний шаг. Сделать то единственное, что было необходимо. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о том, что в отечественной локализации нафиг съехали все реплики Шепарда, из-за чего сильно портится данная офигительная сцена. Давайте сравним оригинал и нашу локализацию. Five years ago,
I lost 30,000 men in the blink of an eye. And the world just fucking watched. Tomorrow, there will be no shortage of volunteers, no shortage of patriots. I know you understand. Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек, а этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Если для вас все еще важно сыграть финальную миссию, но уже с нормальными таймингами фраз, то возрадуйтесь. Имеется исправление отечественной локализации. Ссылка на нее будет в описании под видео. Я сам затестил, и все работает как надо. Автору респект. Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Я патриот, МакТавиш. Я сделал то, что должен был. И больше ничего. Завтра. Завтра будет много добровольцев. Много патриотов. Прямая угроза требует решительных действий в ответ. Я знаю, ты понимаешь. И вы, конечно, заметили, что в этом исправлении почему-то присутствуют фразы, которых и в английской-то версии не было. А дело в том, что это неиспользуемые реплики, лежащие в ресурсах игры. И сейчас я вас с ними познакомлю. Пускаю полный монолог Шепарда сперва на английском, а потом на русском. Версию на английском, в принципе, можете перемотать на минуту вперед, только если вы не особый ценитель. Why? Do you really need to ask? We've been at war a long time. We fight for a coalition tired of mounting losses. Direct threats demand decisive action. 5 years ago, I lost 30,000 men in the blink of an eye. And the world just fucking watched. Tomorrow, there will be no shortage of volunteers, no shortage of patriots. I know you understand. I'm a patriot, MacTavish. I only did what needed to be done. Nothing more. Killing me won't change that. We lost our will to fight that day. Forgive me. You understand? The American will to fight has become weak. 5 years ago, Zakayev killed 30,000 Marines in the blink of an eye. And the world just watched. Зачем? Зачем? Ты в самом деле хочешь знать ответ? Мы воюем уже так давно. Мы уже так устали считать потери. Прямая угроза требует решительных действий в ответ. Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев. Много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Я патриот, МакТавиш. Я сделал то, что должен был. И больше ничего. Моя смерть уже ничего не изменит. В тот день мы потеряли волю к победе. Прости меня, ты поймешь. Американцы больше не хотят сражаться. Пять лет назад Захаев уничтожил 30 тысяч наших бойцов за секунды. А миру было на это наплевать. А вот последующая сцена и в оригинале, что называется, хороша. Здесь Шепард вонзает Соупу нож в грудь. Затем Соуп переворачивается на эту самую грудь и спокойно ползет к револьверу, в котором, между прочим, был заряжен всего один патрон. И тот Шепард уже выстрелил. То есть револьвер пустой, куда ты вообще ползешь? После Шепард переворачивает Соупа обратно. Соуп вспоминает, что вообще-то у него нож в груди. Вопрос, как ты все это время полз с ним на животе? Кстати, на этом ноже имеется логотип Infinity Ward, то есть Шепард ранит Соупа пасхалкой. В конце концов, Соуп вынимает нож из раны, тем самым подвергая свою жизнь еще большему риску, и вспоминает слова капитана Прайса. Ведь тот, просидев пару лет в тюрячке, усвоил одну простую истину о выборе, про вилку в глаз и все такое, и успел передать ее Соупу. Поэтому МакТавиш выкрикивает свое предложение Шепарду, и тот выбирает вилкой в глаз. В итоге удар оказывается смертельным. И теперь у Шепарда и Планктона из Спанч Боба не только общий актер озвучки, но и у обоих по одному глазу. Это нечестно!
Крабс дает интервью Перчу Перкинсу, а у меня ни одного посетителя! И как нож попал в Шепарда, так и нам в глаза бросаются страйкбольные магазины. Как я уже говорил, разработчики лепили игровые модели не с реального, а со страйкбольного оружия. Из-за этого и такой ляп. Хотя интересно, конечно, выстроить безумную теорию, что вся МВ это всего лишь катка в страйкбол, которая зашла слишком далеко. При помощи читов можно немного поломать нашего Шепарда, если встать на это место у бочек раньше него. А при помощи чита на все оружие можно добиться того, что у Соупа будет 4 руки. При этом после, при помощи ножа, можно ранить Николая. И игра нас за это накажет. Давайте побалуемся с ноуклипом в сцене финального противостояния. Подрубаем наш любимый чит, и теперь битва выглядит еще эпичнее и напоминает схватку двух магов. Прайс и Шепард не гнушатся использовать бесконтактный бой, скользить по земле и даже телепортироваться. Также оказывается, что Шепард ударом ноги отбрасывает револьвер под карту. Здесь же, то есть под картой, сперва и появляется Николай, а только после перемещается наверх. В общем, миссия заканчивается тем, что Шепарда убивают, а нас спасает Николай, обещает вести в безопасное место. Соу при смерти, их с Прайсом объявят в розыск за убийство американского генерала, а Макаров продолжит творить грязные дела. Все это в Modern Warfare 3. В целом, финал выстроен по той же схеме, что и концовка первой МВ. Сперва эпичная погоня, а после ранение Соупа, который, собравшись силами, все-таки убивает главгада. По сравнению с первой МВ, сюжет усложнился. Теперь у нас два антагониста, один из которых сперва и вовсе наш союзник. Генерал, который потерял 30 тысяч во время ядерного взрыва из первой МВ, и теперь решивший, что нефиг жалеть и остальных бойцов. В том числе он готов уничтожить и все ОТГ, чтобы никто не узнал, что именно он позволил случиться теракту в аэропорту и спровоцировал войну с Россией. В общем, Шепард стал абсолютно хладнокровным, что подтверждает и тепловизор, который можно прихватить в предыдущей миссии на уровень финал. И в качестве бонуса после прохождения кампании открывается уровень музей, он же вечер с Infinity Ward, что является отсылкой на фильм «Ночь в музее», в котором по ночам оживали экспонаты. То же самое и в нашем музее. Нажимаем на запретную кнопку, и все фигуры оживают. А до этого момента они убиваются с одного выстрела, в том числе и Джаггернаут, избивающий бойца с анимацией Прайса и Алясада из первой МВ. Наш персонаж поставлен на карту таким образом, что если не двигать мышью, а в самом начале просто прицелиться и сделать выстрел, то мы попадем прямо в голову Шепарда на другом конце зала. При этом непонятно, сделано ли это специально или просто совпадение, но мне кажется, скорее всего, специально. У Шепарда аж 3 револьвера. Первый в кобуре, второй он держит как винтовку и расстреливает, как только вы нажали красную кнопку, после чего патроны заканчиваются и Шепард достает 3-й магнум. Также Шепард вместе с другими сюжетными персонажами имеет повышенное здоровье. Из других интересностей. Ломаем скрипты сцены ни слова по-русски, посредством убийства Макарова. Аналогично сломается скрипт в этой сцене, если убить Шепарда. Бойцы Shadow Company в таком случае откажутся замирать. А этот снайпер забыл, что у него в руках не автомат. Заметить? Пожалуйста, ждите в линии. Помимо божественного русского, здесь можно заметить, что задник стенда — это скриншот с уровня игры, на котором даже запечатлен гражданский в дефолтной Т-позе. И, конечно, все мы использовали ноуклип и обнаруживали, что музей почему-то расположен на уровне финал. Точнее, на его второй части. А трос, с которого спускается Гоуст, действительно ведет вертолет. У стенда досадная случайность, имеется табличка, на которой различима надпись «Casting of the Bears – Reproduction», то есть «Защита медведей – размножение», но типа табличка, как в заповеднике. Пройти миссию невозможно, а игрок имеет бесконечную стамину, то есть бегает без остановки. Из оружия здесь в том числе имеется М1911 и винчестер, которые ни в одиночной кампании, ни в мультиплеере не встречаются. Причем винчестер внешне отличается от онова из первой МВ, но найти эти пушки можно только в музее. Анимация из миссии Fucking You Guy, первая МВ, она же новобранец. Что это за имя у тебя такое дурацкое? Роуч.
В этой сцене убиваем Дана, и теперь чудить начинает уже Фоули. Выглядит довольно забавно. Неправильная иконка подбора у М93 Рафика и уникальная иконка у М-ки с глушителем. У иконки глушитель также есть, правда почему-то есть и отсутствующий коллиматор. Ну и если вы все-таки решитесь нажать красную кнопку и оживить всех персонажей, то знаете, что в этом месте можно попасть за стекло, благодаря которому никто не сможет нас грохнуть. Вражеские выстрелы через стекло не проникают, а вот мы со своей стороны можем стрелять без проблем. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать вам о Modern Warfare 2. Ну, разве еще заценим спецоперацию «Отсрочка», которая основана на вырезанном из одиночной кампании уровне. Вырезанный контент колды я уже не раз обозревал в специальных роликах, можете глянуть. Так вот, корабль для данного уровня взят из первой МВ, собственно, из миссии «Корабль». Его перенесли без внутренних помещений, за исключением некоторых, в пустом виде. Ну, теперь точно все. Салют, шампанское, точнее фиолетовая кола из бургер Товна и мышки, летящие в воздух. Свершилось. Длившийся 3 года пасхальный обзор Modern Warfare 2 подошел к концу. И буду ли я возвращаться к этой игре? Ну конечно, не зря есть такое понятие, как неисчерпаемость источника. Вот и мне всегда будет что рассказать вам об этой и других частях Call of Duty. Так что оставайтесь на канале и смотрите другие ролики о Капитане Панамке, Капитане Мыльном и Генерале Пастухе. А на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной эти 3 года и остаетесь, чтобы с той же смелостью встретить все баги, все пасхалки, всю клюкву и весь вырезанный контент, которые ждут нас впереди. До встречи в следующих роликах.